Здравствуйте, уважаемые партнеры и инвесторы DGU. С вами традиционный видео-дайджест и я, Алексей Понятов, руководитель отдела маркетинга. Из этого видео вы узнаете, чем запомнился апрель для экосистемы DGU и наших партнеров. Начинаем. Месяц начался с проведения снапшот, по итогам которого были распределены токены Binary X. Напомню, что Binary X – это первый проект, в который инвестировал венчурный фонд DGU в 2023 году. Токены получили 2049 инвесторов более чем на 160 миллионов долей. Было распределено 83 387 токенов, это 5% токенов Binary X, выкупленных экосистемой DGU. Проект токенизировал недвижимость, используя технологию Real World Assets, или RWA токены. Это перспективное направление, которое привлекает все больше ликвидности в рынок DeFi. Приведу несколько примеров. Создатель Ethereum Виталик Бутерин поддерживает развитие RWA и видит в этом огромные перспективы. 11% от общего количества активов MakerDAO – это RWA, и сейчас они приносят около 75% всех доходов компании. А для тех, кто не знаком с данным проектом, приведу короткую справку. MakerDAO занимает первое место среди DeFi протоколов экосистемы Ethereum по объему заблокированной ликвидности. Токен проекта DAI входит в пятерку крупнейших стейблкоинов. Binary X быстро развивается. В конце марта была совершена продажа первого объекта недвижимости меньше, чем за сутки. И совсем скоро будет объявлено о следующем лоте – вилле на Бали, выставленной на продажу на Binary X Marketplace. Технически уже сегодня реализована возможность продажи недвижимости в трех регионах. Это Дубай, Европа и Индонезия. И сейчас это самые перспективные регионы с точки зрения инвестиций в недвижимость. Для того, чтобы наши партнеры глубже смогли понять суть данного проекта, Алексей Огнев и Александр И встретились с CEO проекта Олегом Курченко. Олег простыми словами рассказал о истории создания проекта, целях и перспективах, а также ответил на возникшие вопросы. В рамках своего роуд-шоу по Индии CEO DGU Алексей Огнев провел еще один вебинар, на котором рассказал о том, как проходит поездка, о планах венчурного фонда и наступающем снапшот сразу двух проектов – Ava и Binary X. Смотрите оба вебинара по ссылке в описании. С 12 по 15 апреля CSPO DGU Александр И принял участие в крупнейшем в мире Web3 событии – Web3 Festival в Гонконге. Web3 Festival собрал более 300 спикеров, ведущие венчурные фонды и Web3 проекты, в числе которых лидеры рынка такие как Binance, Chainlink Labs, OKX и другие. Мы посещаем такие значимые мероприятия, поскольку они открывают новые возможности для развития нашего венчурного фонда и уже существующих проектов. Перейдем к проекту Ava. В апреле велась работа по выходу в коммерческий майнет, что также будет завершающим событием инвестиционного приват-раунда, и в связи с этим проект выделил свои NFT для экосистемы DGU в качестве бонуса для своего первого пресид-инвестора. Мы провели снапшот и распределили 100 NFT и 250 тысяч токенов. Максимальное начисление токенов составило 36 535 AVA. Кому-то очень сильно повезло. Также проект заключил партнерство и подписал MOU с проектом Aspis. Партнерство между Aspis и AVA откроет новые перспективы для пользователей обоих проектов и позволит максимально упростить пользовательский опыт в DeFi. Кроме того, скоро хаб-чейн Ava будет располагаться на блокчейне Phantom. Переход на Phantom обеспечит ряд преимуществ. Главное – это пропускная способность сети. При тестировании команда смогла провести 319 транзакций в секунду, и это очень быстро. Еще одно преимущество – это более гибкая интеграция Ava в блокчейн Phantom. Он лучше отвечает требованиям проекта, как DEX. CEO Ava Борис Поварь принял участие в документальном фильме про биткоин и рынок DeFi в целом. По итогу просмотра вы узнаете, с чего начиналось развитие индустрии и что нас ждет в будущем.
вы уже сейчас можете посмотреть фильм по ссылке в правом верхнем углу. По итогу месяца озвученных коммерчески успешных событий и достижений компании состоялось повышение стоимости долей DGU до 2,2 цента и сжигание бонусов в пакетах тех партнеров, которые просрочили оплату рассрочки более чем на 30 дней. Оплачивайте свои рассрочки вовремя, получайте бонусы от экосистемы и создавайте свой капитал вместе с нами. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, делитесь этим видео и включайте уведомления о выходе новых роликов на нашем канале. До скорой встречи!